Чтение, фантазии и творчество. В Ульяновске стартовал фестиваль «Букфест», посвященный 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Традиционное мероприятие объединяет детей, родителей и педагогов и прославляет любовь к чтению, а также направлено на развитие творческих способностей дошкольников. Юные читатели представили на суд книги, созданные своими руками. Ребята из города Ульяновска, из детских садов и из районов нашего области делали рукотворные книги в разных форматах. То есть книжки-малышки, книжки-игрушки, раскладушки и так далее. То есть мы не ограничиваем наших участников, и они могут воплощать все свои фантазии, всю свою любовь к писателю вот в таких книгах. Книжки-малютки или книжки-великаны, панорамные или тактильные. Используя самые разные техники и материалы, ребята вместе с родителями создали свою тематическую библиотеку. А содержанием книги стали стихи всеми любимого писателя. Книга посвящена Корнею Ивановичу Чуковскому. Она сделана в стиле книги-раскладушки. Там есть несколько произведений. Есть произведение «Путаница», «Айболит», «Цокотуха» и другие. Все участники фестиваля будут отмечены дипломами и благодарственными письмами. Также на празднике работала творческая площадка «Открытый микрофон», где любой желающий смог прочитать любимое стихотворение Корнея Ивановича Чуковского. Ну а это что такое непонятное, чудное? Десятью рогами, десятью ногами. Это бега-закаляка, кусачая. Фестиваль открыл неделю детской и юношеской книги в Аксаковской библиотеке. Выставка с самодельными книгами будет работать 2 недели.